Всем здравствуйте! Юлия Барановская отправилась в плановую поездку в Казань. Этот город сильно впечатлил ведущую Первого канала, оставив у нее исключительно положительные впечатления о столице Татарстана. Барановская успела многое, в том числе примерила свадебное платье в традиционном татарском стиле в одном из местных свадебных салонов. Фотографиями из салона Барановская поделилась в своем микроблоге. Юлия похвалилась, что все увиденное ею в столице Татарстана ей безумно понравилось, в особенности все, что касается местного быта, культуры и традиций. Национальные одежды, в том числе свадебные платья, также произвели сильнейшее впечатление на Юлию Барановскую, та доселе не видела ничего подобного в своей жизни. Свадебные платья в татарском стиле отличаются прежде всего богатой узорчатой золотистой вышивкой. Благодаря ей визуально платье кажется намного более роскошным и дорогим и смотрится очень эффектно. Подписчикам же было достаточно одного того лишь, что Барановская сфотографировалась в свадебном салоне, примерив свадебный наряд, чтобы активно сватать ее замуж. Учитывая, что Юлия сама неоднократно упоминала о своем желании снова пойти под венец, эти комментарии как никогда актуальны. Ранее Юлия Барановская устроила фотосессию в стиле Волочковой. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!